буду заказывать проклятую игрушку Among Us. Смотрите, вот так он выглядит. Викторина на 1000 баксов. Викторина, походу, проходит на этом сервере, в самой игре Among Us. Всем привет, ребята! Вы на моем собственном канале. Давайте по традиции, которую вы очень сильно любите, сделаем 3 комментария. Давайте. Первый, второй и третий пошел. В общем, если ты хочешь попасть в комментарий, я думаю, ты знаешь, что нужно сделать. И сегодня, ребяточки, что мы будем делать? Я сегодня буду заказывать проклятую игрушку Among Us. Да, ребята, наконец-то в Даркнете ее начали выпускать. Мне все заспамили уже в ЛС, типа, купи проклятую игрушку. Я каждый день чекал, пытался узнать, есть ли она, ее еще нет. И сегодня я увидел, что этот лут уже присутствует. Проклятая игрушка Among Us. Наконец-то они сделали этот экземпляр. Не знаю, что они туда напихали, но, ребяточки, я думаю, там будет нечто, что-то интересное. Сегодня как раз я ее закажу. Сейчас буду звонить этому Darknet боту. И надеемся, что их еще не раскупили. Потому что они, наверное, улетают, как пирожки, блин, чисто летом. В общем, давайте будем звонить. Так. Так, ждем. Здравствуйте, можно заказать проклятую игрушку Among Us? Добрый день, вас приветствует Darknet Bot. Что вы хотите заказать? Я хочу заказать проклятую игрушку Among Us. Раздел «Проклятые игрушки». Выберите категорию дальше. Among Us. Among Us. Категория выбрана. Выберите категорию дальше. Хочу купить проклятую игрушку Among Us. Проклятая игрушка Among Us. Заказ подтвержден. Прибудет по вашему адресу. Ожидайте. Все, ребята, заказали игрушку, все-таки не раскупили, слава богу. Ну, ребяточки, сейчас, так сказать, будем ждать курьерщика. Для вас это будет просто несколько секунд. Вот, мне пришла игрушка, наконец-то, Among Us. Я ждал где-то, не знаю, часика, полчас, не знаю, я не засекал. В общем, вот ее запаковали, сейчас будем распаковывать. Давайте смотреть, что же там приготовил этот Darknet. Ух, ребяточки. О, смотрите, вот так он выглядит. Вот он, красный. Тупо предатель. Вот у него... О, возможно, тут еще в рюкзаке что-то будет, ребяточки. Короче, сейчас я пойду за ножом. Будем вскрывать эту игрушечку. Если вам нравится эта рубрика, обязательно поддержи ее лайком. Потому что, ребяточки, я для вас стараюсь, нахожу интересные игрушки проклятые, чтобы там они ложили что-то классное. И давайте сейчас, кто не ставит лайкосик, обязательно сейчас поставь лайкос. Ну давай, just do it. Я пошел за ножом. Ну что ж, давайте вскрывать нашего друга. Космического друга. Ну давайте, давайте по традиции, давайте общупаем его. Как мы любим это делать. Так, в ногах ничегошеньки. Опа, в рюкзаке что-то я нащупываю. И внутри что-то явно есть. Ребята, пока я еще его не разрезал, напишите свои догадки, что вы думаете там внутри. Давайте, кто угадает, ребяточки, и реально угадает, просто попадет в коммент. Давай, just do it. Все, ребята, берем сначала укропу. Потом кошачью жопу, говорит. Ладно, давайте будем резать. Ох, он так красивенько выглядит, ребяточки. Так не хочется его резать. Ну, приходится, приходится. Так, ребяточки. Вот дыреха. Так, ножницы мне даже не пригодились. Давайте, отнесу их. Ну что, давайте, давайте смотреть, что же там внутри этого Among Us-ного человечка. Так. Так, что-то есть, ребяточки. Сейчас. Как обычно, туда напихали.
вот этого пуха. Опа, это что у нас? Оу, май гуднес. Ребяточки, 100 баксов. Я, кстати, покупал его за 100 баксов. И, походу, я его отбил уже, 100 баксевичей. И, ребяточки, тут и что-то еще есть. Так, какая-то бумажечка тут. Смотрите, ребяточки, что это, как думаете, что там? Какой-то пакет там внутри. Что-то запечатано. Давайте раскроем. Так, давайте при вас прям. Что? What the fuck? Смотрите, что это? Викторина на 1000 баксов. Не понял. Викторина, это ж типа там, где вопросы спрашивают? В смысле? Где викторина? Так, давайте... Не понял, подождите. Викторина на 1000 баксов? Это значит, я буду участвовать в какой-то викторине? А, может, возможно, тут типа в этих штуках, игрушках попадаются типа деньги, и я типа участвую уже в розыгрыше? Ну, пока я нашел 100 баксов. Может, тут еще где-то 900 или что? Не понимаю. Так, что тут еще внутри? Блин, ребяточки, что-то пока не наблюдаю ничегошеньки. Какая-то только викторина. Короче, предлагаю разрезать ему его портфельчик. Сейчас за ножом сбегаем. Ох, так. Так, ребзя. Режем аккуратно, не повредить. Возможно, они туда что-то положили. Так, давайте вот это... Так, пока все, что я нашел, это 100 баксов. Какая-то викторина на 1000 баксов. Сейчас давайте это сюда сбоку положим. И посмотрим, что там внутри. Так, как всегда, вот эта штука. Опа-на, ребяточки. Что-то я большое нашел. Ого. What the fuck, ребяточки. Смотрите, какое-то яйцо. Видите? Оно вроде не настоящее. Очень странно. Первый раз там попадается какое-то яйцо. Ребят, давайте его разобьем. Вау. Смотрите, оно разломалось. О, там что-то внутри. Там внутри что-то и лежит. Давайте посмотрим. Бля, ребята, я понял. Вы понимаете, что это значит? Викторина, походу, проходит на этом сервере. В самой игре Among Us. Короче, ребзя, сейчас я буду заходить на этот серф. И, походу, я буду сейчас участвовать в каком-то конкурсе. И я могу выиграть 1000 баксов. Не знаю, что там будут за вопросы. Короче, ребяточки, сейчас я включаю игру. И just do, и посмотрим, что же там. Короче, ребяточки, я зашел на этот серф. Тут какой-то ведущий. Я не знаю, походу реально сейчас будет какая-то викторина. Давайте будем ждать, что он же нам напишет, что да как. Это реально, походу, 1000 баксов я смогу выиграть. Ребята, вы представляете? Офигенно придумали. Ребяточки, кто в шоке, ставьте лайкосы, бля. Так, ну пока вроде ничего не пишет. Ждем этого ведущего, что он должен настрочить что-то. Блин. Интересно, оно будет на время или нет? А какие, насколько сложные вопросы будут? Я надеюсь, он напишет, типа, если я неправильно напишу, так что будет. О, написал что-то. Приветствую. Вы попали на межгалактическую викторину в Among Us. Вау. Офигеть. Давайте напишем круто. Круто. Вам надо будет ответить на вопросы. Только да или нет. Офигеть, вообще изи. Я думал, надо будет писать еще что-то. Фух. Только да или нет. Тут интуиция. У меня интуиция прокачана. Даже не буду знать ответа, буду угадывать. У вас есть право на одну ошибку. Окей. Интересно, сколько вопросов? Давайте спросим, или он сам напишет. Давайте ждем. Право на одну ошибку. Ну, это вообще хорошо, отлично. Интересно, я могу спрашивать вопросы у него сейчас или нет? Или это бот?
А сколько... Так, что ты еще написал? Если вы ошибетесь, более... Так, подождите. Если вы ошибетесь, с вашего номера будет снято 100. В смысле? Подождите, в смысле? Мне нельзя ошибаться? Мне нельзя... Тихо, еще что-то написал. Тысячу! Тысячу? В смысле? Подожди. $1000. Он что, гонит? Подождите, если я ошибусь, то... Ну, типа, два раза, то... С моего аккаунта 1000 баксов снимут? Ого, вот это я уже, конечно, офигевший. Вы готовы начать? Бля, ребята, как-то подозрительно. Давайте спросим, сколько вопросов? А вдруг там дофига вопросов? Сколько... вопросов? Потому что, ребята, если очень дофига вопросов, я не уверен, что я смогу ответить. Вы готовы начать? Бля, он что, не пишет? Бля, ладно, давайте. Готов, готов. Пофиг, ребяточки, на эти 1000 баксов ради контента сейчас. Все, все, блин, лайк. Хух, я надеюсь, я выиграю, потому что, блин, 1000 баксов на дороге не валяются. Гоу. Погнали. Что за вопросы? Вы были... Это что, уже вопрос? Вы были предателем в игре? Откуда, как он проверит? Ну, давайте напишем. Да, я был точно, 100%. Да. Да. Да, я был предателем. Так. Ну, по идее, я прав. Ну, как он проверит? Я был, реально. Ответ верный. Офигеть, все. 1 из 10. Идем дальше. Какие-то вопросы легкие, ребяточки. Походу, изи 1000 баксов. Among Us больше 5 лет. Ого. Ё-моё. Ну, я знаю, что её давно когда-то сделали, и она только сейчас начала хайпить. Но чтобы больше 5, мне кажется, больше 3, ну, 5 нет. Давайте напишем нет. Нет. Ответ верный. Ребяточки, 2 из 10 и 1000 баксов у меня в кармане. Ёлы-палы. Люди были на Луне? Ну, конечно, да. Да. Ответ верный. Ребяточки, 3 из 10. Я думаю... Хотя, возможно, типа, чем дальше, тем сложнее будет. Глубина Мариинской впадины 3 километра. Ого. Блин, надо вспомнить, ребяточки. Или больше. 3 километра или больше. Бля, походу она больше. Она же самая большая вроде в мире. Нет. Хух. Ответ верный. Ох, yes. Так, 4 уже ответа верных, ребяточки. Еще есть одна ошибка. Самая древняя наука история. Бля. История. А какая еще наука была? География точно нет. Может, математика, возможно. Короче, бля, я не знаю. Блин, а нет, помощь другу. Давайте нет. Блин, что-то он молчит. Ответ верный. Хух. Так, ребяточки, половина пути я уже прошел. Я надеюсь, они реально потом 1000 баксов мне скинут. Но если в радуге 7 цветов... Ого, надо вспомнить. Красный, желтый, оранжевый. Ого, ребяточки, я не помню. Тут надо угадывать. В радуге 7 цветов. Бляха-муха. Давайте напишем да, короче. Блин, или нет. Бля, ребяточки, если вы знаете, пишите в комментах. Да. Ответ верный. Хух. Ребяточки, 6 уже верных ответов. Пусть уже 600 баксов мне дадут и хватит, и валим из этого.
В мире 6 чудес света. Угу. Бля. Бля, я не помню, либо 6, либо 7, либо 8. Походу 7. Или 6, вдох. Бля. Давайте, нет. Нет. Yes, 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 7, 7. О, седьмой вопрос. Точнее, 7 верных ответов и 7 это. Люди были на Марсе? На Марсе? Вроде не были. Подождите. Не, на Марсе вроде не были. Или были? Бля, вроде не были. Но только роботы какие-то были. Нет, давайте нет. Короче, у меня еще одна ошибка есть. О, yes. Все, ребята, 2 вопроса осталось. И офигенно. И я выиграю, походу, денежку. Так, ну ждем следующий вопрос. Вроде вопросы легенькие. Лимонад делается из лимона? Ну да, конечно. Да. Вопросы легче простого. Давайте. И последний вопросик. Ответ неверный? Бля, я ошибку сделал. В смысле неверный? А как? Блин, ребята, ответ неверный. Нельзя теперь ошибаться. Сейчас будет последний вопрос. Я надеюсь, он будет какой-то легенький. У вас... Фух. Так, права на ошибку у меня нету, короче. Ну, что ж, ждем последний вопрос. Я надеюсь, он будет легенький. Во Франции находится самое большое здание в мире. Типа эльфовая башня. Подождите, а она самая большая? Блин, надо думать, думать, думать. Есть еще статуя свободы. Есть еще куча, куча сейчас высоких зданий понастроили. Походу, какая-то в Дубае есть очень здоровезная. Короче, давайте нет пишем. Пишем нет. Я думаю нет. Я думаю, даже если не в Дубае, где-то еще есть. Больше. Нет. Ответ верный. Все, все, я выиграл, по идее. Давайте, поздравляю. О, пишет, поздравляю. Офигеть. Как он мне скинет деньги? А куда вы... Скините деньги. Вы победитель викторины. Окей, укажите ваш адрес для доставки приза. Опа. Короче, ребят, тут походу реально они сейчас пришлют. Я буду сейчас указывать адрес, понятное дело, я вам это не покажу. Короче, я сейчас напишу им адрес. Надеюсь, реально не скинут. И включусь, как что-то будет понятно. Короче, ребяточки, прошло где-то 2-3 часа. И реально пришел курьерщик и дал мне бабос, ребяточки. 1000 баксов я просто выиграл, просто отвечая на какие-то легенькие вопросы. Короче, это было просто пушечно. Я думаю, буду еще заказывать такие игрушки проклятые Among Us. И не знаю, что они там напридут. Мне кажется, каждый раз там будет что-то новенькое. Так что, ребяточки, если вы ждете новых видосиков, обязательно ставь лайкосичек, пиши в комментариях и подписочку на канал, если ты не оформил, оформляй. Все, всем пока.